Добрый день. Я Ариэль Бульштейн, официальный представитель Офиса премьер-министра Израиля. Познакомлю вас с последними новостями на русском языке. Усилия Израиля по реализации права наших граждан на безопасность продолжаются. Войска армии обороны Израиля продолжают наземную операцию в секторе Газа. Израиль определил три основных цели этой войны. Уничтожение Хамаса и других террористических группировок, обеспечение того, чтобы никогда более из Газы нам не угрожало то зло, что обрушилось на нашу страну 7 октября, и, конечно, возвращение всех наших заложников. Реализация этих справедливых целей достается народу Израиля очень дорогой ценой. Число бойцов армии обороны Израиля, павших с 7 октября, возросло до 556 человек. Это на 24 человека больше, чем вчера. Народ Израиля скорбит о их гибели. Мы отдаем им должное за их героизм и обнимаем их семьи. Вчера 21 наш солдат погиб во время операции в Хан-Юнисе. Войска действовали в районе, расположенном примерно в 600 метрах от пограничного забора, разрушая строения и объекты инфраструктуры Хамаса. В рамках усилий нашей армии по созданию зоны безопасности, которая позволила бы жителям израильских приграничных населенных пунктов вернуться в свои дома. Вот как пресс-секретарь армии обороны Израиля Даниэль Агари описал происшедшее. Насколько нам известно, около 16:00 террористы обстреляли из РПГ-танк, охранявший войска. Это привело к взрыву в двухэтажных зданиях. В результате подрыва здания обрушились, и большинство наших военнослужащих пострадали, потому что находились внутри этих зданий или рядом с ними. Тем временем войска армии обороны Израиля продолжают успешно выявлять и ликвидировать объекты террористической инфраструктуры Хамаса. Израильские солдаты провели целенаправленный рейд на аванпост Хамаса Аль-Джабари на севере Газы, который являлся одной из основных тренировочных площадок террористов. В ходе операции солдаты обнаружили объект для подготовки подземных туннелей, обнаружили материалы для курса подготовки террористов и даже бассейн, в котором террористы отдыхали и тренировались для морских рейдов, тренажер для стрельбы из минометов и оружие, которым они пользовались для проведения терактов. Все эти части террористической инфраструктуры были демонтированы солдатами армии обороны Израиля. В районе этого форпоста также была обнаружена туннельная шахта, соединенная с 2-километровым наступательным туннелем Хамаса. Этот туннель был разрушен солдатами армии обороны Израиля, как и другие части вражеской инфраструктуры. Все военные действия нашей армии призваны помешать Хамасу выполнить свое собственное обещание, повторять вновь и вновь зверства, совершенные 7 октября, похищать, обезглавливать, насиловать, резать, мучить и убивать израильских граждан. Главари террористов сами признаются в своих планах. Вот что они говорят. Мы должны преподать Израилю урок. Мы не стесняемся говорить об этом. Мы повторим 7 октября, 10 октября и миллионного октября. Все, что мы делаем, оправдано, говорят они. Наша страна готова пойти на многое, чтобы вернуть заложников домой в целости и сохранности. Мы почти ежедневно платим высокую цену за существование. Это наши дорогие солдаты, которые пытаются освободить заложников. Ни для Израиля, ни для Газы не будет устойчивого будущего, пока террористы продолжают управлять Газой. Сектор Газа должен быть зачищен от террористов. Там должна быть осуществлена демилитаризация, а потом дерадикализация общества, чтобы нормальное будущее могло быть обеспечено для всего региона. Как всегда, мы круглосуточно готовы ответить на ваши вопросы по контактным данным, указанным на экране. Спасибо.